Привет, меня зовут Алексей Ильин, я создатель компании NanoSmoke. Расскажу немножко об истории, как была основана эта компания. В 2011 году был мною сделан первый эскиз, первый набросок кальяна, который совсем не похож на те, которые были раньше. Он был горизонтальный, он был футуристический, интересный. И я хотел когда-нибудь потом сделать из него кальян, один, единственный для себя. То есть не было задачи сделать из этого какой-то популярный продукт, который будет продаваться во всем мире тысячами, миллионами в будущем. В 2014 году, когда мне надо было защищать дипломный проект в Санкт-Петербургском политехническом университете, я уговорил преподавательский состав, чтобы мне позволили взять кальян на дипломный проект. И мне повезло, они сказали, что можно. Надо будет, правда, описать его медицинские применения. Все это было сделано. У меня появилось где-то 10 месяцев на то, чтобы посвятить полностью всего себя созданию кальяна, а также всех технологических процессов и планов по маркетинговым исследованиям и внедрениям их в работу компании будущей. На тот момент была выведена комфортная цена для покупателя, то есть был сделан большущий опрос людей, сколько должен стоить кальян, и все эти цифры были выведены. Было разделено направление на три. Это были бюджетные кальяны, средние кальяны, премиум кальяны. Также были подобраны все материалы, все поставщики материалов. И был вообще написан весь бизнес-план на 5-10 лет вперед. Члены комиссии были весьма удивлены проектом, потому что это был единственный проект за всю историю кафедры, который имел экономическую составляющую, то есть были просчитаны все цифры, заканчивая прибыльностью будущей компании. Также были готовы макеты, которые можно было уже на тот момент покурить, посмотреть, пощупать. И меня пригласили в член Союза дизайнеров, от которого я, правда, отказался, потому что хотел свою будущую жизнь посвятить производству, ну и вообще предпринимательству в целом. В 2015 году у меня на руках были только чертежи упрощенной модели NanoSmoke Cube. Это модель, которую придумало общество. Все были недовольны ценой модели Classic, и модель Cube устраивала бы каждого, потому что она стоила до 100 евро. И эту модель нужно было где-то производить. И это получалось сделать на тот момент только в моем гараже. Это был гараж жилого дома. Моя компания состояла из двух человек. И часть работ, естественно, делались на сторонних площадках. Те работы были, например, услуги по резке акрила. Это делалось все, естественно, на дорогом оборудовании. Это были немыслимые на те времена миллионы рублей. И это процедура, естественно, тормозила процесс, мы получали разное качество, мы получали перебои с поставками. И 2 года в таком режиме гаражном производились кальяны NanoSmoke. Это была уже простая, популярная, доступная для каждого модель. И эта модель существует до сегодняшнего дня. 2 года компания копила средства на покупку этого оборудования дорогостоящего, на котором можно сделать минимальный запуск. Ну, это был стартовый пакет для того, чтобы запустить производство. И только через 2 года удалось переехать вместе со своими кальянами, со своими простейшими производственными инструментами в город. То есть раньше в деревню никого невозможно было пригласить поработать. Это было достаточно сложно. Постоянно ездить туда-сюда, обратно. Это сильно тормозило процесс. И 3 апреля 2017 года был глобальный переезд вместе с покупкой фрезерного станка. И это произошло все одним днем. И начался запуск взрослой компании NanoSmoke с отдельными помещениями, менеджерскими и производственными. Таким образом, никто никому не мешал. И до сегодняшнего дня
Наносмоук базируется на улице Вербной, дом 4. Здесь производятся кальяны, здесь обрабатываются заявки. В этих же стенах также придумываются новые модели, также придумываются способы распространения нашей продукции. Также у нас есть дегустационная зона, где каждый может прийти и испытать наши продукты. В то время как производство начало работать самостоятельно и уже не требовало такого контроля, как раньше, у меня появилось время на организацию юридической части, а именно защите товарного знака. Дело в том, что с 15 по 17 год появилось море кальянов «Наносмоук», таких же горизонтальных, на Алибабе, Алиэкспрессе. Они были дешевые, они были ужасного качества, они практически не курились. Очень многие покупатели этих кальянов обращались к нам с вопросами о качестве. Естественно, мы показывали им, как должен выглядеть оригинал, и тогда все становилось на свои места. Также в России появилось еще где-то десяток производителей наносмоуков. Они также были не такого качества. Этим занимались люди, которые не были профессионалами своего дела. Они не были производственниками, они не были кальянщиками. Они не вникали до конца в этот процесс, и многие моменты были упущены при производстве этих фейков. И первая заявка в Роспатент была подана в 2016 году, в январе. И я столкнулся с очень большой проблемой. На приставку «Nano» претендует компания British American Tobacco. Это довольно-таки серьезный оппонент в спорах, но спустя 2,5 года переписок и обсуждений мы нашли общий язык. 7 февраля 2019 года мне наконец-то пришло письмо, в котором написано, что я, Алексей Ильин, законно владею товарным знаком «Наносмоук». И теперь каждая компания, которая будет продавать товары с нанесением нашей символики, будет наказана, будет произведена контрольная закупка, и будут возмещены все убытки, и будут применены соответствующие меры по взысканию средств с этих компаний. Сейчас мы можем работать спокойно, расправив плечи, и заниматься активней тем делом, которым нравится. Главным отличием кальянов «Наносмоук» от других классических кальянов является удобство их эксплуатации и переноски. Все моменты, которые были неприятны с кальяном связаны, они полностью ушли в прошлое. Если раньше кальян — это была целая процедура, когда мы делаем дырочки в фольге, когда мы его собираем, когда мы его моем, когда он падает на ковер и прожигает углями все то, что видит, это была большая проблема. Сейчас даже новичок, даже человек, который первый раз держит в руках кальян «Наносмоук», он может получить густые облака дыма и получать только удовольствие от курения. Все наши модели можно курить в разных местах, будь то в гостях, дома, в баре, на природе, или как новые экстремальные модели можно курить на ходу или во время занятий спортом. Угли можно разжигать на всевозможных аксессуарах и примочках, которые мы также продаем. И полностью ушел тот момент, что кальян — это какое-то такое развлечение для дома. Теперь можно курить кальян везде. Большой особенностью еще является то, что кальян «Наносмоук» запаковывается сам в себя. У нас шланг хранится в большой камере, а мундштук в маленькой. Таким образом, мы экономим место у нас на складах, а вы экономите место у себя дома. Все кальяны и аксессуары мы производим сами на площадке в Санкт-Петербурге. Перенести производство в Китай — это значит получить потерю над контролем качества, и также возникнут перебои с поставками из-за плохой работы логистических компаний или какими-то задержками на таможне. У нас нет большого склада продукции, потому что мы ежедневно производим более 50 кальянов, и нам этот склад попросту не нужен, потому что все эти модели сразу же собираются, пакуются и отправляются нашим партнерам, магазинам или просто в руки частных хозяев.
У нас имеется техкарта на производство каждой детали кальяна, и весь процесс производства и закупок работает как часы. Единственные вещи, которые мы производим не сами, это керамика и текстиль. Мы их заказываем на сторонних площадках, но, опираясь на многолетний опыт работы с нашими партнерами, все проблемы и задержки уже устранены, и мы всегда имеем в наличии эти продукты. Сегодня компания NanoSmoke – это 200 квадратных метров производственной и офисной площади, это 16 человек штата, это лазерные, фрезерные, форматно-раскроечные станки, это полировальные системы, шлифовальные станки и команда профессионалов, которые знают, что они делают и любят свою работу. Наши менеджеры успевают обрабатывать до 150 заказов в день, включая организацию их логистики. Мы успеваем за один месяц разработать новую модель, пустить ее в производство и поставить ее на полки магазинов. Мы всегда общаемся со своими подписчиками в соцсетях или же по телефону во время заказа. Всегда спрашиваем, какие моменты им хотелось бы изменить в нашей продукции. Для своих покупателей и подписчиков мы всегда делаем какие-то конкурсы, опросы, например, фотоконкурсы, или один раз мы просили наших подписчиков заснять рекламу. Это было смешно, весело, и люди были вознаграждены денежными призами или нашей продукцией. На сегодняшний день линейка наших кальянов состоит из 8 моделей. Это модель Куб, это модель Мини, это Классик, это Tube 1, Tube 2, это Премиум и это Уфо. Причем их есть две разные модификации, бюджетная и дорогая. Причем, в отличие от других производителей, мы не навязываем приобретать всю комплектацию. У многих кальянных любителей есть дома в хозяйстве свой шланг или свой коллаут, и попросту ему не обязательно покупать это еще раз. На сайте есть удобный калькулятор цен, с помощью которого можно подобрать ту комплектацию, которая действительно нужна, и чтобы покупатель не приобретал ненужные ему вещи. Все модели отличаются по цене. Мы немножко расширили диапазон цен, и в этом году у нас стартовая модель стоит в базе 1800 рублей, а самая дорогая стоит 25 тысяч. Таким образом, мы можем угодить как экономным, так и требовательным покупателям. У нас есть большая дегустационная зона, где каждый может прийти и испытать наши модели. Также у нас есть уютный офис, где можно прийти и лично выбрать из шоурума любую понравившуюся модель, также сделать на ней гравировку или заказать какой-то индивидуальный дизайн, например, цветные модели или модели, обклеенные пленками разных цветов. У компании NanoSmoke есть региональные партнеры во всех городах-миллионниках. Также мы налаживаем связи с другими странами. У нас уже есть партнеры в Германии, в Австрии, в Кувейте, в Польше и на Украине. Мы работаем с физлицами и юрлицами, мы продаем оптом и в розницу. Мы делаем самые безумные, интересные, креативные кальяны под заказ. Также мы всегда рады выслушать какую-то критику от наших покупателей и вообще просто любим свое дело. На данный момент мы производим простые, удобные кальяны, которые можно везде брать с собой и с легкостью с ними обращаться. В планах расширить влияние компании по всему миру, завоевать иностранные рынки, также стать популярнее в Штатах. И хотелось бы всему миру рассказать о компании, о том, чем мы занимаемся, как мы это делаем и что мы хотим донести до наших покупателей. В планах расширить границы влияния компании NanoSmoke на весь мир, чтобы наши модели были в любом городе любой страны, чтобы их можно было везде посмотреть, потрогать, покурить и оставить какую-то частичку по всему миру. В планах также создать новые модели, возможно, изменить модели, которые сейчас есть, и расширить ассортимент всех товаров, которые можно производить на производственной мощности компании NanoSmoke.